Здравствуйте, инспектор. Здравствуйте. Ну давайте документы. Зачем? Как зачем? Что случилось? Как что случилось? Стационарный пост ГИБДД. Ну для чего? Причем что? Проверка документов? Да, посмотрим сначала. Ну давайте ваши посмотрим. Второй раз, наверное. Сначала вы предоставите свои водители. Нет, давайте вы свои. По требованию сотрудника милиции. А правильно? Я не знаю, кто вы. Да? Да. Это очень хорошо. Сначала вы должны предъявить. Правильно? Я понял. Сотрудник милиции. Вы кто? Опять будете мне мозги? Конечно! А как по-другому ну, с вами? Оплатил? Кого? Штраф. Какой штраф? Как какой? 100 рублей? Ну. Конечно. Оплатил? Оплатил. Утром мне охота была ехать, видишь? А нет. Что? Да ну, спать охота. Спать охота? Конечно. Да ёбара ты. Ну что, может я дальше поеду? Нет? Ну а что? Документы мои, что ли, не видел? Ладно, счастливо. Не балуйся. Да я не балуюсь никогда. От души начальник. Давай, счастливо.